Просто вышли с собакой погулять. Вот собака. И взял с собой камеру. Немножко снимаю свою деревню. Тренируюсь, как говорится. Вчера вот интересно было. Вчера тут кролик бегал. Уточки плавали с утятами. Эти на ночь машины оставляют возле дома, никто их не трогает. Но там в гараже у них еще две, поэтому третья не помещается. Вот эта синенькая, она ночью горит. Там такая лампочка, и батарейка заряжается от солнечного света. Ночью включается. Ну, они разные бывают, ну, и такой тоже, типа, собака что-то нюхает, ага. Надо отметку сделать. И лапами поскрести. Обязательно, как же. Вот такая клумбочка тоже интересна возле дома. Просто камушками уложено и все. Ну, идем дальше, смотрим, что тут у нас есть. Не очень жарко, где-то градусов 25. Сейчас на часов 7 утра, может быть, чуть побольше. Июль месяц, начало июля. Ну вот, а здесь под деревом просто красные цветочки красиво сделаны. Ну, украшают, как кто может. Кому как нравится. И возле дома тоже такие клумбочки симпатичные. Это у нас озеро. А вот корзина висит, интересно, тоже красиво. А, еще вот здесь стоит такая бандура. Ну, конечно, она просто так стоит. Никто воду не качает. Так, пойдем дальше. Собакин, ты где? Вот наше озеро. Чуть ветерок, вообще погода прекрасная. 25, солнышко и ветерок. Да-да-да-да. Стой, подожди, Собакин. Вот так мы с тобой развернемся. Что-то лодок в этом году немного на станции. А, ну вот эти утки. Утки. Вчера тут целый выводок был. Сегодня просто плавают чуть-чуть. Здесь написано, что это частный пляж. Нельзя плавать или нырять кому-то чужим. Ну да, это вот деревенский наш пляж. Собаке нельзя туда. Вот он, собственно, пляжик маленький. Там качалка. Качаться можно на этой шине над водой. Вот домик хорошо стоит. Прямо на самом берегу. Развешали они что-то тут. На просушку. На этой байдарке они, по-моему, ни разу не катались. Она у них просто для антуража. Вот утки полетели. Ну, пошли, Собакин. А, вон уточки сидят. Чистятся. Да-да-да-да-да. Собакин шурует. О, поплыли. Это уже с утятками. Опа. Погнали. Вот интересно, гусь всегда, гусыня
и дети. А утки всегда только девочки. Я имею в виду, сами утки, селезни, бог знает, где пропадают. Интересно, рыба есть? Нет, здесь рыбы что-то нету. Ладно. А, зато рыбаки есть, вон они сидят. Вон они, рыбаки. Ну-ка поближе еще. Что-то ловят. Что-то ловят. У нас вот это дерево недавно сломалось. Огромное было дерево. Вот больше даже, чем то. Сломалось. Тут его распилили. Один какой-то народный умелец. У него есть бензопила. Вот, а потом нам всем пришли письма, что, ребята, забирайте остальное на дрова. Пожалуйста. Это чтобы деньги не тратить. Потому что если заказывать машину, это долго. И дорого, главное. Долго, ладно. И вот здесь вот эта поленница. Вот Собакин подошел как раз. Она была, ну, если не почти в мой рост, ну, где-то метра полтора точно. Разобрали. А вот эти колоды вообще неизвестно куда теперь. Ну, заберут. Помаленьку. Можно вообще колонн взять, помахать. Как бывало чисти. Так, ну вот еще. Вот наша эта лодочная станция. Там где-то и наше место тоже есть, только у нас лодки нет. Да. От нее один геморрой. А хотя молодежи нравится, здесь все время катаются на этих лодках. И лыжи водные, и какие-то куча детей, если привяжут их. Ну, вернее, не их, а привяжут такой типа камеры от кировца. И вот они там сидят и на веревке их тянут. Ну, это я покажу как-нибудь потом. Сейчас-то нет никого. Хотя и суббота, между прочим. Ну, отдыхают люди. Ай, солнце мне в глаза, я ничего не вижу, что снимаю. Вот эти ступенечки, ну, это бывший был причал, сейчас нет уже его. Сейчас все туда переместилось. Вот панорама. Волжские дали. Рука уже устала. Собакин, ты что меня беспокоишь? Сейчас я медленно повернусь. Пошли домой, все. Сегодня мы коротко гуляем. Ага, уже тяжело дышит, уже жара наступает. Он старенький у нас, операцию перенес. Недавно удаляли ему аденому. Ну так ничего, вот когда прохладно, он хорошо себя чувствует. А чуть жарко уже, все, дышит тяжело. Ну сегодня тихо. Что-то нет никого. А, флажки на пляже. Это остались. Праздник же недавно был. Fourth of July. И тут везде флажки были. Кто там? Камень на дороге. Пошли, Собакин, пойдем. Нельзя туда, он любит на пляж ходить. И там оставляют метки, а люди купаются. Пошли. Вот приятный домик. Они здесь только летом живут. А зимой во Флориде. Для отдыха кресло. Там тоже для отдыха кресло. Это дренаж. Вообще вот эта яма большая. Она для того, чтобы вода, во-первых, если ее много стекало с озера,
А во-вторых, это просто собирает с улиц воду. Здесь низина. Вот тоже красивый какой горшочек. Лесенка, задний двор. Здесь можно посидеть, покушать. Все для блага человека. Как в программе Компартии. А вот тоже интересно. Вот эмблом был вешать настоящий скворечник. Они повесили вот такой, две дырочки. О, с собаками гуляют. Не только мы. Не только мы, сейчас начнется лай. Хай. Все, ладно, пошли домой. Домой пошли. Мы когда выходили, эти собаки тоже тут с хозяйкой пролетели. Вот тоже флажки, это я показываю. Ну так вот, вышел, посидел. Интересно. Вот это воробьиный куст. Здесь воробьи живут. Сейчас, если подойти, потрухать. Ох, они рванут во все стороны. Собакин. Это дополнительная парковка. Вот эта машина. Тут сосед недавно закончил школу. Пиццу развозит. Сейчас на ней нет опознавательных знаков. Но он потом повесит на нее. Пицца, пицца. Пицца на дом. Все, наверное. Да, сегодня обошлось без кроликов. А жаль. Вот как назло, они все время здесь болтаются. А когда надо, нет ни одного. Ну, это зелень, это я развожу тут. Возле дома своего. Розы отошли. Это воробьи вот у нас тут. Это я тоже сам сделал. Разводят птенцов. Уже второй выводок пошел. Интересно. Ну, это я показывал видео. Помидорина висит вверх ногами. Вот это зеленое. Ну и так разно. Собакин, пошли домой, все. Пока-пока.